вы смотрите новости онлайн. Совсем недавно состоялась премьера новой программы «На самом деле» на Первом канале, где ведущим стал Дмитрий Шепелев. Суть шоу заключается в том, что гости передачи должны пройти тест на детекторе лжи, выясняя отношения друг с другом. Недавно же сам Шепелев признался в том, что не может ходить на могилы умерших. «Я тоже не могу принять смерть близкого человека и тоже не бываю на кладбище», — сообщил Дмитрий. Многие посчитали, что это касалось его гражданской жены Жанны Фриске, которая скончалась 2 года назад от рака головного мозга. Теперь же мужчина сам занимается воспитанием сына Платона. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!